Рассказывай про свой Урал, где взял. Есть такой моделист в Омске, он занимается производством ПВХ кузовов. Вот, в принципе, у него есть своя группа, и вот у него я заказал вот такой вот Урал. На самом деле он был уже готов. Вот, мы с ним списались и вот, договорились. Вот, вот оттуда у меня этот Урал. В общем, Дед Мороз принес, да? Да, Дед Мороз вообще вовремя принес, и денежка была как раз в этот момент. В общем, очень удачно все сложилось. Что рассказывай, почему ты его вообще захотел, взял? Слушай, ну вообще очень давно хотел трофи, именно копийные трофи и такой военной тематики. И когда начал себе смотреть грузовики, ну хотел, естественно, сначала изначально 6х6. Искал, в общем, нашел Cross RC 6х6, у них есть Урал. Но потом меня один знакомый, Миша Рыбальченко, если смотришь, ты меня отговорил от 6х6, от Урала Cross RC, в общем, и я начал искать дальше. В общем, теперь ты с ним не дружишь. Нормально все. Вот. И искал, и потом в группах каких-то начал в барахолках писать, что вот ищу Урал, там 6х6. Вот. И мне питерский моделист пишет, один мой друг, что вот есть типа человек в Омске, который делает Уралы, делает кабины. Сейчас вот у него как раз готовый Урал, можешь зайти посмотреть. Я зашел, посмотрел, нифига себе, такой Урал. Ну что, из чего он сделан? Сделана снова здесь алюминиевый профиль, в принципе стандартный, который используется для таких моделей трофейных грузовиков. Здесь покупные мосты ХСП, покупная, значит, коробка от шуруповерта двухскоростная, раздатка, покупная карданы тоже ХСПшные были, которые я уже потом поменял. Ну и остальное это все самодельный корпус из ПВХ, то есть ручная работа, все вот эти вот мелочи, все вот эти вот воздушные фильтры и прочее, прочее, все вот баки, коробки для аккумуляторов, в общем, все навесное, это все самодельное. Показывай, что у тебя там под капотом? О, под капотом там вообще куча проводов. Вот такая вот там история. В общем, когда я его купил, он был с минимальным набором электроники. Там была такая дешевенькая аппаратурка, приемник, который у меня сгорел на первой же покатушке, и серво тоже отрыгнуло. Я поменял, поставил там свою серву, поставил пульт, приемник, и потом подумал, а что, как бы ни света нету, ни дыма, ни звука, и решил, в общем, все это сделать. Купил колонки компьютерные, там, по-моему, на 5 ватт, 8 Ом. И на базе модуля звукового TBS Mini, он же DAS Micro, который, кстати, на Алике продается, там вообще за копейки, за 2000 рублей, кстати, прикольный модуль. Сделал вот такой вот комплект. Здесь через этот модуль идет питание на свет и идет на колонки звук. Все это записывается, все звуки можно отдельно записать. Я, кстати, все эти звуки записал из игры Spin Tires, что очень здорово, там можно любые звуки поставить, даже свой голос можно записать там, поставить. У тебя все пропорционально, да, и звук, да, и дым. Все пропорционально. Дым, кстати, он тоже с Алиэкспресса, стоит он там что-то 1200 рублей, вот такой черный блочок. Вот там стоит внутри такая штука, стандартная, если ее видно, с трубкой. Вот. Она ставится обычно на дрифтовой тачке сзади. И когда, в общем, дрифтовая моделька, она дает газу, там, с таким дымом она несется по треку. Но здесь у меня сделана дополнительная трубка именно в выхлопную. Вот. Оттуда, соответственно, дым идет. Что еще сделал здесь? Поставил серву на коробку передач. Здесь двухскоростная коробка от шуруповерта стоит. Что еще? Регулятор нормальный поставил, Hobby Wing коллекторный. Моторчик коллектор здесь уже был 35 витков RC4 WD. Звук идет через усилитель.
Вот, ну, усилитель я сразу купил, я не стал тестить этот модуль без усилителя, потому что там 1 ватт, значит, подумал, что этого мало, и поставил усилитель. Может быть, он без усилителя выдает прикольный звук, но, в общем, типа, вы там увидите, Вадим снимал кучу всякого, так что звук будет на видео. Вот, ну что еще, заменил резину, купил на Алиэкспрессе резину вот такую, типа, как она называется в оригинале, она, по-моему, называется Каму Урал. Что-то похожее на Каму Урал, на Алике продается, что-то там тоже 4 резинки за 1600 рублей. Ну, подними его снизу, покажи. Что там? Давай. Что тут интересного снизу? Ну, интересного снизу. Давай расскажем. Сейчас попробуем. ХСП-шные мосты от ХСП Пангалина. Здесь поставил металлические цехабы. Укрепил, потому что колеса болтались. Сделал там вставочки, чтобы ровно колеса стояли, а не домиком. Перенес вот эту вот раздатку. Раздатка на самом деле была вот здесь, вот прямо под сидушками кабины. Вот. И угол кардана был очень конский, и в итоге машина, когда едет, она так прыгала прямо из этих углов. Я переставил, сейчас угол нормальный как раз. Удлинитель на задний мост идет через... Ну, задний кардан идет через удлинитель, это штатный был. Сзади тоже я поставил металлические чулки мостов. Там были такие же поворотные кулаки, только стянутые на жесткую. Ну, потому что ХСП Пангалин — это краулер, у которого оба мосты поворотные. Что еще я переделал? А, поставил вот сюда кардан от коробки на раздатку. Тоже такой же, типа копия Джунфака с Алиэкспресса. Ну, вот первая покатушка, и нормально все вроде было. Что еще? Серву поставил Savax. У меня была серва 1268, тут 25 килограмм. Хорошая серва на 7,4. Весит, я вот буквально вчера взвешивал на напольных весах. Но они могут врать, конечно, на такой маленькой весе. В общем, дали 6 килограмм. Вот, я собираюсь ставить туда еще третий мост проходной, он у меня уже готов. Какой у тебя масштаб получается? Если вот так вот в общем сказать, плюс-минус 9,5. То есть это больше, чем 10 масштаб, потому что делалось это все по ширине мостов, как мне сказал автор. Вот. И получилось, что он 9,5 масштаб. Здесь длинная рама получается, и за счет этого можно будет поставить второй мост сзади. Если бы рама была покороче, уже надо было бы ее наращивать, но в принципе хватает места, чтобы поставить третий мост. Это, кстати, можно все снять, показать, как это все выглядит без тента. Сейчас это все сниму. В общем, вот такая вот тут история. Жесткий каркас, сваренный. Это все вытаскивается. Ну вот, вот это все можно вытащить. Кстати, уже что-то. А, сегодня я перевернулся, поэтому немножко погнулся каркас. Дети опять у меня въехали пачками. Вот. Так, в принципе, довольно жестко спаян. Вот, борта все откидываются здесь. Можно показать. Хоп. Так, здесь один шпингалет. Здесь тоже они шпингали. Ну, в общем, они все вот так вот откидываются. Вот такая прикольная штука. Бусочки некрашенные. Можно было бы еще сделать такие по бокам сидушки для вояк. Ну, не знаю, подумаю. Может, после того, как третий мост поставлю, может,
заморочусь, сделаю что-нибудь еще внутри. Аккумулятор здесь стоит не как обычно. Аккумулятор здесь стоит вот в таком боксе. Здесь у практически всех Уралов, которые я смотрел на картинках, здесь идет ДЗК, то есть держатель запасного колеса. Ну и, собственно, и само запасное колесо. Но в некоторых, именно вот 4х4, я встречал с Урал 43206, здесь идет именно вот такая вот, такой вот ящик, и ДЗК нет. И, в принципе, ну, достаточно копийная получилось. В общем, будешь делать потом 6х6? Делать буду 6х6, да, у меня даже была такая мысль все-таки сделать типа муляж ДЗК, то есть у меня осталось еще две резины. Я купил сначала один комплект 4 резины, потом купил еще один комплект 4 резины. Две резины у меня, получается, останутся. Я подумал, что можно, допустим, сделать такой муляж, вырезать резину, вот сюда вот ее поставить, типа, и когда открываешь аккумулятор, откидывать прямо с резины, что как бы у тебя тут запаска стоит. Ну, еще думаю, не знаю, ставить или нет. Потом, что еще можно сказать? Кстати, очень крутая фича. Очень крутая фича. Замки дверей, они действующие. Вот эта вот кнопочка, она нажимается. Да. Вот она нажимается. И дверь открывается. А, ну вон нажми, он видно. Да, вот она нажимается, и замочек открывается. Uh-huh. Очень круто. Кстати, это единственный, по-моему, вот единственная кабина у этого человека, это который есть. Занимается вообще производством этих Уралов. У остальных Уралов, которые вот сейчас у него в группе фотографии я видел, у него идет не замок, у него идет магнит. То есть у него вот здесь вот один магнит, а здесь второй магнит. То есть такого замка там уже нет. То есть это вообще типа только у тебя. Да, вот здесь еще, кстати, раз открыли кабину, здесь стояла серва, на которую ставился руль. Но серва, когда я получил, она была нерабочая, я ее убрал. Буду ставить свою серву, и, соответственно, руль будет крутиться в тот момент, когда будет серва работать. Что еще? Ну, копийный салон более-менее такой, там все рычаги, да, там все поролонка, все здорово, можно посадить кондиционер. Да, ручки там. Что, как тем по ездовым качествам? Первый раз, когда вообще на нем выехал, вот на стоковой электронике там стоял такой дешевенький китайский коллекторник, регулятор, дешевенькая аппаратура, серва тоже такая простенькая. Я удивился, достаточно хорошая проходимость именно для копийной техники. Рессоры достаточно мягкие, ходы такие большие. Вот. Кстати, я могу дать тебе свой канал, и на этом моем канале можно будет посмотреть. Я как раз, когда первый раз ездил, я проверял ходы, там можно будет тоже глянуть. Первые покатушки, которые вот мы тоже здесь на Ржевке организовывали, он там есть. Ну, могу ссылочки оставить там в описании, там пусть народ посмотрит. У меня есть канал, есть Инстаграм, так чисто так. Так что оставим, выкладываю, кто хочет, да, посмотрит. Вот, отсек аккумулятора тоже открывается, постоянно отваливается. Ну ничего, это, в принципе, когда-нибудь можешь потерять. Дело поправимое. Да, я уже один раз потерял, благо вот ребята нашли. Вот. Ну что еще сказать? Что, самая любимая твоя модель теперь? Ну да, у меня сейчас две трофейки. Одну я сделал сам, Dodge Ram Charger 77 года. В принципе, на канале, на Инстаграме у меня есть фоточки, там тоже звук, тоже там свет на нем. Вот. Но я понимаю, что такую технику самостоятельно делать очень долго, с нуля, и все-таки принял решение, что я ее куплю, потому что я хотел себе достаточно давно грузовичок. Вот. И для меня, по крайней мере, это проще купить и уже дорабатывать. Причем доработки тут уже такие существенные. Свет поставлен, дым и звук. Скоро третий мост поставлю, будет вообще здорово. Так что вот, ну не знаю, что еще рассказать. Кстати, вот эта вот штука тоже открывается. Топливный бак, горловина топливного бака, она тоже открывается. Ручки вот эти все, они тоже сделаны из медной проволоки. Заклепочки, вот эти вот тоже, катафоты. Прикольно. тоже на заклепочках. В общем, здоровский Урал, мне очень понравился. Максимум копийности. Да.
Ну, есть, конечно, супер копийные вещи, которые стоят супер хороших денег, но... Которые Дед Мороз просто так не приносит. Которые Дед Мороз просто, да, просто так не приносит. Но я доволен, я очень доволен приобретением. И, в общем, ну, пульте у тебя там что-то там включаешь, выключаешь свет там. Ну да, смотри, вот здесь вот есть регулировка. Так, так, все работает. Значит, первое, включение звука происходит через трехпозиционник, вот этот вот, вот эту регулировку я подвязал на включение звука, то есть один раз в одну сторону, один раз в другую, она заводится. Сделал то же самое, она заглохла. Потом дальше, если дальше следующий звук, у меня тут шпаргалка есть. А, ну, собственно. У меня тут шпаргалка есть. Тут захочешь угнать, не угонишь. Да, тут 11 всяких комбинаций. На самом деле, можно в этом блоке сделать 20 разных комбинаций, именно касаемо света. И а звука там можно 16 файлов разных записать, и каждый файл можно тоже вот 16 раз крутишь в одну сторону, и потом один раз к себе, и он включается. Да, вот так вот. Потом, что у меня там, вторая, это сигнал плюс огни автопоезда включаются. А, они не включаются, они моргают. Вот такой сигнал. Вот, третий, это просто, ну, сброс давления такое. Угу, после покатух нас сбросить. Да. Четвертое это фары со звуком. Раз, два, три, четыре. Угу. Вот они вот так вот. Сейчас. Раз, два, три, четыре. Вот они. Пятое это ручник и аварийка. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, аварийка заработала, по-моему. Нет, не заработала. Ну, до этого работало какое-то там моргание, поэтому она что-то не заработала. Так, ну, всякие звучки там поехали уже, кстати, у меня есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чисто ради ржаки так записал. Поехали уже! В общем, фары моргают. Ты можешь хит как-нибудь тоже качать и слушать музяку. Да, можно. Ну, там памяти очень мало, там качество такое достаточно урезанное, и памяти маловато, там даже один трек, наверное, не получится записать какой-то. Не, ну можно его записать потом, сделать, чтобы он постоянно играл. Так, что там, огни автопоезда, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, огни автопоезда включились. Также нужно их выключить. Через раз почему-то включается и выключается. Но это, видимо, такой вот. Так китайцы блок скопировали. Так, двойное моргание какое-то есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот оно, двойное моргание идет. Поворотников с той и с другой стороны. И какое-то еще двойное моргание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. В общем, как-то по-другому. Там напичканы, пока разберешься. Да, в общем, можно много чего сделать. Угу. Здесь достаточно интересно. Причем к этому блоку можно купить какой-то там его же родной дымовой блок. TBS от Benedini, это копия TBS Mini от Benedini, китайская. Вот, но так как у меня есть свой блок, поэтому они раздельно работают, независимо друг от друга. Ну, что еще рассказать про регулятор, я сказал, про дым сказал, серво хай-тек на 13 килограмм на коробку. Включение дыма идет здесь, потому что у меня все каналы заняты, все 4 канала. Включение дыма идет здесь. Вот. Вот такой вот бачок для дыма. Вот у меня он кончился. Мы покатались. Вот он был вот до сюда заполнен. И вот весь дым где-то часа за 3, сколько мы катались? 3,5, наверное. Да, вот он весь кончился. Дымит он прикольно. Да, дымит прикольно. Вот.
Ну, собственно, все вот эти остальные провода – это свет. Пока вот. У тебя самый напичный Урал, похоже, который я видел. Там внутри, кстати, стоит бензопила, которую я купил у нашего обзорщика Лехи Шейка. Вот. Думал его в дождь поставить, но тут, короче, решил, что что бы нет, поставил туда. В Урале нужнее, да? Бензопила, да, как тебе всякие бревна там пилить там, и так далее. Вот. Ну что еще? Что еще? Да, в принципе, все. Да, в принципе, да. Доработаешь потом, наверное, да. Будет вообще один из самых крутых Уралов. Третий мост поставлю. И что еще хотел сделать? Блин, я уже... Сидушки. Да, может быть, что-то еще внутрь. У меня еще... Да, лавочки им поставить, пусть там солдаты сидят. Да, лавочки, либо сделаю из двух оставшихся покрышек какие-нибудь вот здесь вот держатели, да, которые будут держать, собственно, эти покрышки. Если тент снимаешь вот с этой клеткой, то видно, что у тебя там две запаски сзади. Что-то типа такого, то есть, ну, пустоватый такой кузов. Если снимаешь тент, то в нем ничего нет. Ну, хотелось бы что-то в нем видеть все-таки потом. Вот. Ну, наверное, и все. Что еще можно про него сказать? Да все. Да. Люди оценят, напичкан у тебя электроникой знатно. Надеюсь. Полный. Надеюсь, кто-то почерпнут там для опыта. Для... Ну. Я знаю, у нас по России очень много всяких кастомщиков. Они тоже которые... сидят что-нибудь там, уже сейчас будет допиливать, что-нибудь делать. Все опять скажут, да фу, да это 4 на 4, да что, давай 6 на 6. Вот. Ну ничего, дашь потом 6 на 6. В комментариях напишут везде, да, конечно. Ну, обязательно будет 6 на 6, да. Все, питерский Урал оценили.